Для каждого человека очень важна Земля, где он родился и вырос. Звездный час всех великих известных людей так или иначе связан с их малой родиной. В рамках программы главы государства Рухани Жангру в Курдайском районе прошла встреча с писателем Маралом Ускакбай, уроженцем данного региона. Началась она с церемонии возложения цветов к памятнику Утиген Батыра. Участие в этом мероприятии также приняли члены Союза писателя Казахстана и другие известные личности. Среди них Тунгушбай Жаманкулов, Бексултан Нурсикеев, Сейфулла Успанов, Толик Тлеханов, Несипбек Даутайлы. Участники читали отрывки из произведения, обсудили актуальные проблемы современной литературы. Также писателя поздравил и глава района Булатбек Байкунысулы, вручив звание почетный ветеран района. Вечер завершился песней «Көк Шулак» в исполнении Саята Медеова. «После меня останутся мои произведения. Если будете вспоминать меня как человека, который написал много книг, а не как человека, очень долго проработавшего, мне этого достаточно».